Добрый день, друзья мои! А у меня для вас хорошая новость. Летящие, широкие, длинные юбки снова в тренде. У многих из нас наверняка найдется одна или даже несколько таких длинных юбок. Но очень важно придать черты современности нашим образом. Давайте посмотрим как. Сочетание изумрудно-зеленого и яркого розового – одно из самых эффектных в этом летнем сезоне. Если вам удастся создать образ с сочетанием этих двух цветов, это будет просто здорово. Но вы знаете хорошо о том, что массивные цепи сейчас носят в виде украшений и в том числе вот на поясе. Фрагмент этого пояса сделан в виде массивной цепи. Вы тоже можете так сделать. Плюс классическая элегантная современного вида обувь. Если вы не хотите, чтобы расширение шло прямо от талии, делайте вот такую кокетку, шов не по самой широкой части бедер и обратите внимание на эти открытые элегантные босоножки. Еще один из модных трендов этого сезона – цветные, а не белые рубашки. Кстати, на канале есть видео, посвященное цветным рубашкам, а ссылка будет в описании под этим видео. Часто встречаются многоярусные юбки, и очевидный плюс их заключается в том, что расширение начинается не от самой талии, а ниже. Еще один способ сделать ваш образ более актуальным – это аксессуары яркого, сочного зеленого цвета. Ваша блузка или рубашка может придать черты актуальности вашему образу с юбкой, которой уже может быть не один десяток лет. Пока вы рассматриваете разные варианты блузок и рубашек, которые могут актуализировать ваши образы с юбкой, которой может быть уже немало лет, несколько слов о юбках, в том числе о длинных юбках, которым посвящен этот показ. Женщины совершенно по-разному ведут себя в брюках или юбках. Они подсознательно становятся более женственными и также воспринимаются окружающими как более женственные, более привлекательные. Мы не откажемся от брюк и джинс. Это слишком удобно, и наш образ жизни сейчас таков, что очень много поводов для того, чтобы носить просто удобную одежду. Но мы обязательно, мы, девочки, должны найти время и повод для того, чтобы надеть по-настоящему женственную одежду. Вот именно этому и посвящен показ. Напомню, что непринужденный и максимально облегченный образ создают завернутые рукава рубашки, слегка приподнятый воротник, расстегнутые первые пуговицы, узел, если это рубашка, юбка ни в коем случае не должна быть в пол и легкие, открытые, элегантные босоножки. В этом небольшом блоке мы посмотрим разные варианты первого слоя. Это может быть жакет под пояс, куртка типа косуха, жакет, здесь не юбка, но сам образ очень понравился, разумеется, джинсовая курточка, жакет, красивое сочетание цветов, цвет денима хорошо сочетается с ярко-оранжевым, так же как и с красным. С какой обувью носить такие юбки? Это зависит еще и от погоды. Если вы надеваете по какой-то причине верхним слоем куртку, то открытые, очень легкие сандалии будут неуместны. Можно надеть какую-то более закрытую обувь. А здесь мы поговорим о способах коррекции.
Если вы возьмете юбку с вертикалью рисунка, вы будете выглядеть выше ростом. Точно такую же функцию играют длинные концы пояса в этом вот образе. Или юбка с запахом, и вы показываете ножку длинную, таким образом удлиняете весь образ свой. Те девушки, у которых нет ярко выраженной талии, обратите внимание вот на этого покроя блузки. Они вам подойдут. Изумительное сочетание очень модного в этом сезоне изумрудно-зеленого и белого. Очень смешно это выглядит. И следующий образ. Он с брюками, но такого же покроя блузка, поэтому показываю. И весь образ в целом выглядит очень современно. Дорогие мои, я обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Поставьте лайк, напишите комментарий. Отправьте это видео своим знакомым, если среди них есть те, кому могут понравиться женственные красивые юбки. А это та часть, которая посвящена актуальной обуви. Итак, открытые босоножки на каблучке, это более комфортно, с ярким декором. Тема декора продолжается, и с юбками тоже, мы уже говорили в предыдущем видео, ссылка на него будет в описании под этим видео, об элегантных образах европейских женщин. Можно выбрать тот вариант обуви, который для вас будет наиболее комфортным. Наш показ подходит к концу. Как всегда, с огромным нетерпением я буду ждать ваши комментарии. Напишите, носите ли вы длинные юбки? Что из показанного вам понравилось? Какие новые темы можете предложить? Как ваше настроение? Какие новые покупки сделали? Может быть, что-то связали и сшили? Какие у вас новости? До свидания и до новых встреч!